Еще 39 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Тюменской области за сутки. Общее число подтвержденных диагнозов за весь период в регионе – 1947. Такие данные передает сайт федерального штаба stopcoronavirus.rf. В стране за сутки зафиксировано 8985 новых случаев коронавируса и 112 летальных исходов. Выздоровели 3957 человек. Общее число в России зараженных COVID-19 за весь период – 476 658. На Ямале подтвержден положительный тест еще у 83 человек, в Югре у 129. В целом по стране прирост заболеваемости за сутки не превышает 2,3%.